Всем привет! У нас пока остывал пирог. Мы с дочей сходили в лес, нарезали веники березовые. Но веники мы нарезали не для бани, а для наших этих коз. Мы, конечно, часть коз зарежем, потому что сена нету, кормить нечем. Но которые маленькие остались, мы, в общем, это оставим. Вот такие вот веники. Вот я их сейчас, вот я вот на такой тележке их привезла. Такая вот, мы ее еврейской называем. Вот такая вот. Ну, сейчас я освободиться, я покажу. Вот столько веников мы привезли. Вот. Я вот взяла ножницы, тряпочку. Сейчас я буду вязать. Вот упала даже часть. Наверное, Микки тут бегал. Вот столько мы привезли. Мы сейчас попили чай с пирогом. Получился опять вкусный. Вот. В общем, я сейчас начну вязать веники. Потом покажу, что у меня получилось. Вот я нарвала у себя в огороде лучок зелененький. Вот такой вот он уже молодой. Вот такой большой. Вот мы его кушаем, потому что у нас его много. Вот такие вот головочки уже. Головочки все чистенькие, хорошие. Вот. Беленькие. И вот морковку я выдергала молоденькую. Вот такая вот у нас уже морковочка. Вот. Мы делаем сейчас пирог. Это вот на пирог. Капусточка уже жарится. Вот сегодня мы тоже испекли пирог. Такой вот у нас получился. Вот под такую сеточку мы его поставили. Он дышит. Еще горячим, еще его не разрезали. Вот в фикс-прайсе я покупала вот такую сеточку. Вот. Вот такой вот пирог у нас. Мы еще его не разрезали, он горячий. Это с капустой пирог мы опять сделали. Вот. Сейчас остынет, будем чай пить. Вот я срезала, значит, зелени столько. Это наш укроп. Я вот его промыла, положила в дуршляг. Тут там вот иногда попадается этот чеснок, вот попался немножко. Но в основном вот укроп и петрушка. Вот укроп вот такой большой и петрушка. Я вот его промыла. Вот сейчас он у меня немножко текет в тарелку. Вот, и я буду его резать и в баночку, значит, это, солить и в баночку складывать. Вот еще, кое-где попадает. Ну, и потом буду перебирать, когда буду резать. Вот, и так вот, такая это наша зелень с огорода, там еще много. Вот, я буду это резать и солить, и в баночки складывать, и в холодильник ставить. Вот я перемыла. Вот сижу. У меня вот такой стульчик. Вот. Резиновый. Показать. Вот. Не знаю, видно, не знаю, нет. Вот у меня бы здесь заросла. Это вот мы посадили уже попозже, на осень, чтобы. И вот я сижу, вот у меня вот так она заросла. Вот я по-научному села вот на такой табуреточек маленький, маленькую табуретку. И пропалываю. А на улице такое солнышко, а тучки вроде ушли. Не знаю, как будет. Вот солнце как светит прям в глаза. А тучек нету, нету, уходит. Неужели уже тепло будет? Вот сижу и дергаю. Вот. Ну вот я закончила веники вязать. Вот у меня что получилось. Вот. Уже вечер. Вот здесь у меня три веника висят. Вот так завязывала я на обыкновенные тряпки. Вот так завязывала. Я думаю, здесь вот вода так не будет на них лить. И на ветру они у меня высохнут.
Вот столько вот у меня вышло заготовочек. Вот это все веники мои. Вот тут три висят. И здесь. Это я козу. И на что-то сеном будет. Травы много. Ходили в лес. Травы очень много. Но дождь не дает косить. И вот здесь один вот такой здоровый у меня получился. Это первый. Я уже не стала его трогать. Думаю, ладно, пусть. И вот у меня вот такая вот тележка рабочая. Мы ее сварили, из чего попало. Такая хозяйственная. Вот. Вот я с ней в лес хожу. Вот я вон веревочкой привязала, сложила, все привязала. Вот. Еще что хочу показать. Ой, у меня капуста от ветра падает. Вот здесь вот тоже падает. Я что хочу показать, я ее окучила. Вот у меня что упало, я вот так вот взяла, я окучила, чтобы она мне не падала. Вот стоит вроде, но еще не все. Вон там еще несколько штук, пока не стала окучивать. Вот пришлось вот так окучить всю капусту мне. Еще там вон ряды, сейчас буду окучивать. Вот. Вот вся капуста, которая у меня попадала. Ветер сильный. Вот так вот я ее окучиваю. Другого способа... Ой, ничего не нашла. Ее же не подвяжешь. Ничего не делаешь. Вот так вот я их окучиваю. Вот. Ну, в общем, что у меня тут? Огурчиков еще пока нету. Сейчас посмотрим. Вот мои огурчики. Они только-только вот пошли у меня, но еще ничего нету. И цветет. Огурчик цветет. Ой, что-то ей там цветет. Ой, где тут-то где-то видела цветочек с огурчиком. Куда он делся-то? Господи, пришла сюда, я не могу найти. А, вон он. Вот цветочек с огурчиком. Ну, посмотрим, завяжется, не завяжется. Вот у меня здесь уже кабачки есть. Маленькие такие, желтенькие. Ну, вот который вот упирается у меня в землю, он вот сгнил. Я его оторвала. А который вот наверху много, там вот, смотрите, целая зависть. Вон. Много будет. Обычно всегда много кабачков. Не знаешь, куда девать. Вот, а здесь патиссончики вот уже. Вот, желтенькие. Там зелененькие почему-то. А здесь желтые патиссончики. Вот они. Вот такие патиссончики. Патиссончиков тоже много. Вот. Мои козы. Сирень едят, бодаются. Вот. Ну ладно, на этом все. Пока-пока. До новых встреч!